День строителя – особый праздник для Сочи, отметил мэр. Это профессиональный праздник людей, благодаря которым курорт преобразился. За последние годы в Сочи проделана колоссальная работа по строительству дорог, капитальному ремонту жилого фонда, благоустройству территорий. Появилась обновленная городская среда. Напомнил собравшимся Анатолий Пахомов и то, что в рамках работы по приведению города к единому архитектурному облику отремонтировано около 12 тысяч объектов, в том числе почти 1000 многоквартирных жилых домов. Обновлено в Сочи 16 объектов. Объектов здравоохранения, построены новые больницы и клиники в Веселом, на Красной Поляне, в Адлере, в центральном районе города, в Дагомысе. Новую жизнь получили школы, объекты физкультуры и спорта, культуры. И перспективы у нас очень большие впереди, потому что жизнь не останавливается. Нам нужно строить социальную сферу. Мы строим детские сады. Нам предстоит построить еще 3 новых школы. Нам предстоит еще построить по 5 пристроек к школам. Вот, это только на следующий год задачи. И естественно, что профессия строителя остается очень востребованной в городе Сочи, потому что город все время развивается. Все эти строения останутся в веках, отметил мэр. И свое звание курорта европейского уровня Сочи также добился, благодаря в том числе труду строителей. Лучшие из них получили благодарственные письма и звание «Почетный строитель».